Приветствуем всех ценителей хорошего звука. Сегодня мы поговорим о трансформаторах. Согласно классификации ГОСТ, есть два типа трансформаторов – пониженной стоимости и оптимального качества. Мы будем разбирать трансформаторы с параметрами, превосходящими параметры трансформаторов оптимального качества, и рассмотрим это на примере трансформаторов питания. Высококачественный трансформатор питания рассчитан при магнитной индукции не более 1 Тесла и плотностью тока не более 2-2,5 ампер на квадратный миллиметр сечения проводника. Трансформаторы имеют запас по мощности в 2 раза относительно трансформаторов пониженной стоимости. При сборке используется только немагнитный крепеж, винты, гайки, шайбы, рамки для стяжки магнитопровода и ламели из бескислородной меди. В подобных изделиях предусмотрено экранирование, позволяющее уменьшить внешнее поле рассеивания трансформатора. Экран представляет собой коротко замкнутый виток медной фольги. Высококачественные трансформаторы изготавливаются с учетом распределения емкостей обмоток, использованием различных видов межслоевой изоляции и максимальным заполнением катушки. При увеличении количества обмоток могут быть задействованы дополнительные ряды контактных ламелей. Также предусматриваются отводы на первичной обмотке для коррекции питающей сети, например, 210, 220, 230 вольт. Обмотка заземления монтируется на отдельную контактную ламель. Возможно изготовление любых других обмоток со средней точкой. В данном случае средняя точка выполнена на накальной обмотке для ее заземления. Она по медному экрану выходит на отдельную контактную ламель. Трансформатор пропитан электротехническим лаком в вакууме. Наконец, главное отличие высококачественного трансформатора – герметизация в декоративно-экранирующей кожу. Перед герметизацией проводится специализированная подготовка. При заливке используются изоляторы, изготавливаемые для различных изделий. Возможны варианты исполнения выводов трансформатора на отдельную монтажную колодку. Монтаж на колодке осуществляется проводом намотки. Рассмотренные нами трансформаторы питания предназначены для использования в звуковых устройствах высокого качества. Они также могут использоваться в сложном измерительном оборудовании. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, комментируйте данное видео, подписывайтесь на наш канал, выбирайте и собирайте.